У 6 Б английский язык. Площадка для пресс-конференции выбрана в необычном месте. Это новая инновационная школа, территория успеха, где параллельно с работой журналистов проходит обычный учебный процесс. Символично, что для разговора с журналистами на самые волнующие темы выбрали образовательное учреждение. Ведь 2023 – год педагога и наставника. Благодаря этим людям мы делаем свои первые шаги на самом важном этапе пути во взрослую жизнь. Площадка большой пресс-конференции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Здесь будет работать более 60 журналистов из региональных и федеральных СМИ. Все уже практически готово и все в ожидании начала. Перед началом пресс-конференции губернатора обязательная регистрация. Но это так называемая формальность. Скорее, место встречи коллег. Дружеская и вместе с тем рабочая, волнительная атмосфера, возможность обменяться мнениями. Несмотря на то, что многие журналисты постоянно здесь, в регионе, в курсе всех событий и вопросов у них и их аудитории меньше не становится. В первую очередь, конечно же, меня интересуют цифры. Поэтому мы подготовили несколько вопросов. Большая их часть связана с экономикой. Это вопросы о ожиданиях инвестиционных, это вопросы об инвестиционном климате, это вопросы о предварительных итогах года. Нельзя не задать вопросы о безопасности жителей. Все мы уже более чем год живем в условиях буквально прифронтовых, можно сказать. Вот. Но в то же время мирная повестка, она тоже не уходит у нас из новостной ленты, не уходит из аналитических материалов. Поэтому, конечно, задаем вопросы об инвестициях, о развитии бизнеса, об экономике, о том, как совершенствуется социальная сфера в регионе, в общем-то, о том, какое внимание уделяется культуре. Ответы на все эти вопросы заняли больше 2 часов. Готовила трансляцию большая команда, в том числе видеоинженеры, техники, а каждый диалог фиксируют 4 оператора, управляя 6 камерами. Одну из них установили на рельсовый слайдер, чтобы обеспечить плавную панорамную картинку всего зала. И за всю эту видеосимфонию отвечает выпускающий режиссер. Я отвечаю за итоговую картинку, то есть за то, что зритель видит. То есть, опять же, отсюда у нас идет вся мультимедиа, короче, сопровождение, которое там на экраны, то есть звук, конечно же. Мы подготовили сейчас все моменты, то есть прочекали все абсолютно, то есть там отбили балансы на камерах, точки расставлены, то есть где операторы стоят, у каждого своя задача, звук проверен, то есть все сетевые, то есть мы, в принципе, готовы. Заставочка, 15 секунд. В эфире Богдан Ресланов, Александр Сосуев. Такой день на Мире Белогорья.